Тем временем жители микрорайона Уральска требуют от властей начать строительство дорог. Люди даже вышли на акцию протеста, заявив, что устали от пустых обещаний. Микрорайон Сарыарка в поселке Деркул начали осваивать 10 лет назад. И все это время жители жалуются на бездорожье. 21 мая жители микрорайона Сарыарка собрались, чтобы высказать свое недовольство. Люди говорят, что еще в 2018 году им обещали построить дороги. Но в конце прошлого года в поселке заасфальтировали одну единственную улицу Малина. Она проходит возле школы. Сейчас заканчивается май месяц, но работы еще не начались. Мы здесь живем с 2013 года. Уже в течение 8 лет мы вынуждены весной и осенью добираться по бездорожью. Дети идут в школу в резиновых сапогах. Бывает, что машины застревают. Хочется, чтобы проблему решили как можно быстрее. Власти поселка отметили, что проблема дорог поднимается на каждом отчете перед населением. Более 8 тысяч жителей здесь проживает. Но насчет вопроса дороги, на прошлой неделе было организовано собрание представителями жителей данного микрорайона. Там объяснили, в этом году количество улиц, какие улицы будут асфальтированы, и срок начала строительства. В отделе жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог сообщили, что в микрорайоне Сарыарка необходимо построить 48 улиц протяженностью 44 километра. На эти цели необходимо 3,4 миллиардов тенге. Подрядчик за собственные средства сделал 1 километр дороги. С республиканского бюджета выделяется 1 миллиард тенге, который поступит в областной бюджет до 10 июня и, соответственно, поступит в наш отдел. Мы после этого заключим дополнительный договор с нашим генподрядчиком на сумму 1 миллиард тенге. И на эту сумму у нас планируется отремонтировать 5-6 улиц, основных улиц микрорайона Сарыарка. Отметим, что также по этому проекту необходимо определить, кто будет производить технический надзор. И только тогда можно приступать к реализации проекта. В этом году на ремонт улиц в микрорайоне Сарыарка поселка Деркул планируется направить порядка 1 миллиарда тенге. Людям объяснили, с чем связана задержка. Необходимо оформить все документальные процедуры. Роман Копняев, Айбулат Джигипар, Асылбек Абикенов, ТДК 42.